Всем привет! Сегодня у меня BMW 4, Гранд Купе, машинка 16 года, с пробегом 100 тысяч километров. И вот такая вот печалька. Порвался пыльник наружного шароса. Я его буду менять. Значит, что мне необходимо для этого? Сам пыльник. Головка 21, площадка средняя, ключик 19, 21, 16, шестигранник на 17, шестигранник на 6, приспособление для хомутов, головка на 13, мой любимый гайковертик, щетка большая, кусачка и трещотка, пыльник с педалом. Тут шестые в оригинале. Вот имеет он такие вот хомуты, которые затягивают тяжело. Итак, приступаю к этому. Сниму суппорт. Сниму, наверное, диск тормозной. Откручу центральный болт. Откручу наконечник. Получилось. Вытаскивать с раздатки не буду. Буду все это на эту сторону делать.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.